субботу в Самарской области малооблачно, местами дождь, температура воздуха днем плюс 8, плюс 10, ночью 1-3 градуса выше 0. Ветер западный, северо-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 9, ночью плюс 1, ветер западный 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем 9 тепла, ночью 1 выше 0, ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, утром возможен небольшой дождь, днем плюс 9, ночью 3 с плюсом, ветер западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.